что ж, второй тайм у нас начинается. В перерыве Джубанов очень много давал каких-то тактических указаний игрокам. До сих пор сейчас их подбадривает. Ну, надеюсь, то, что дойдет до них наконец-таки. И мы голы сейчас увидим уже в ворот армейцев, а не только в наши. Сглазил прям, наверное, сразу с первых минут неточные передачи. У спартаковцев, у армейцев произошла замена, правда, не скажу, кто вышел на поле, не видел. Двойная даже, если не ошибаюсь. Возможно, нам объявят, сейчас подскажут. По стадиону. У Спартака пока вроде без изменений. Не вижу, что кто-то новый появился. Единственное, то, что могу сейчас увидеть, то, что Мнацаканян теперь из центра отодвинулся в защиту и будет отрабатывать на месте Кукушкина. Но он еще в первом тайме это начал делать. Но впереди замышляют с Беляком. Будут пытаться прессинг обозначать. Наш Спартак не идет большими силами в прессинг, разве только уже когда атака строится и на второй волне. И снова злосчастный этот девятый номер Орехова прессингует со всех сторон. Ну, благо, что подсказал боковой судья, что были нарушены правила в этом моменте. Мнацаканян. Длинная передача на Белякова. Не точно. Замышляев на подборе. Лобызов пытался ему помочь, но Замышляев сказал, что я-я-я, и в итоге потерял мяч. Благо, что армейцы выбили его с ваут. И сейчас Мнацаканян чуть-чуть не приводит себе опасный момент. И снова на Мнацаканяна, и снова его прессингуют. Армейцы, что первый тайм, что второй, начали прям с высокого такого прессинга, с активности очень большой. И пока получается у них больше, чем у Спартака, что-то сделать на поле. Даже вот такие вот, как казалось бы, кривые передачи. И снова девятый номер вездесущий. Сейчас хорошо разобрались. Замышляев на Белякова. Бежать, бежать, бежать Белякова. Не получается. И поджимаем, поджимает его Володкин. И вынуждает. Этим прессингом армейцев выкинуть, и уже Замышляев на углу штрафной. Длинный заброс. Но все пока снимают армейцы. Снова девятка. В подкате сейчас хорошо Орехов сыграл против него, но мяч попадает в руку после этого прострела. Петрунину это было. И пенальти назначает судья-то. Вот так вот. В начале второго тайма. Четвертая минута шла. И пенальти. А я бы не свистел. Ну что, Федор, от тебя сейчас все зависит. Волков у армейцев будет исполнять. Арсентьев сможет, не сможет вытащить. Разбег. Удар. По разным углам разошлись мячи вратарь. 2-0 становится счет. Ну, это уже серьезная заявка на победу. Но главное сейчас не совсем не раскисать и попробовать хоть какой-нибудь гол забить. Времени-то еще есть. Если получится гол забить, то дальше-то уже можно и наваливаться. Очень педантичный судья, очень. Причем больше обращает внимание на фолы со стороны спартаковцев. Спартаку нужно уже идти в большой прессинг, высокий, а никак не получается. Завертяев. И Орехов издали, вратарь-то вышел, гол. Нет, не попал мяч. Что ж ты будешь делать-то, а? А момент-то был какой, а? Вратарь вышел, выбил прямо на Орехова. Тот попытался в одно касание, чуть-чуть не попал мяч. Прям считанные миллиметры не хватило.
Не везет сегодня Спартаку. Не везет. Бросается Орехов под кат. Отчаянный. И вперед мяч. Белякову побороться нужно. Ай, Володкин пролетел мимо мяча. Но Орехов тут финтом Зидана пытался сейчас убрать и получил в ответ. Завертяев этот финт. Технично сейчас на фланге. Лежит спартаковский игрок в центре. И убивает мяч Володкин. Кто это? Орехов? Он, по-моему, да? Орехову досталось. Не видел, честно говоря, момент. Очень больно. Должны вернуть армейцы мяч, то и делают. Аплодисменты. Надо Спартаку как-то что-то придумывать. Особо ничего не придумывается у Петрунина. Делает длинную передачу, неточную вперед. Благо, что защитники мяч сбросили. Ким пытался завертяем сыграть, но чуть-чуть неточно. Втроем снова армейцы отбирают этот мяч. И по флангу там только Мнацеканян один бежит, догоняет этот мяч. И стоят армейцы на своей половине поля. Даже не пытаются идти вперед. А, мяч покинул пределы поля, поэтому и стоят. Все элементарно. Ким. Не с кем сыграть. Лобызов сейчас поборолся и на Завертяева. Завертяев хорошо пытался пробросить. Вот мажет. Эх. Ничего не получили из этих оплошностей сделать спартаковцам. И не надо сейчас привозить-то. И в скорости быстрее. Вы посмотрите, Нацеканян не успевал даже. 11 номер бежал метра на два, наверное, за спиной и быстрее его. Что ты будешь делать-то, а? Откуда эти парни? Ой. Орехов очень много финтит и очень много теряет мяч. Володкин. На Лобызова. Не прошла эта передача на Лобызова. Ким на Завертяева. Ну-ка, зачем вот Завертяева бросать верховые мячи? Вы посмотрите на Завертяева и на армейцев. Они на две головы выше его. И вот сейчас приводим себе момент. 18 номер по центру проходит и бьет с левой. Повезло выше. Сами себе привозим моменты, а? Собраться нужно, собраться, ребятам. Получил Петрунин по ногам. Судья, ну а что вы это, желтые карточки только спартаксом показываем-то, да? Да. Ну, сейчас тут подскажет желтую карточку Орехову, конечно. Конечно, покажет. Никто не удивлен. Почти 10 минут сыграли уже во втором тайме. 2-0 горим. Все против нас. И удаление, и пенальти, и судья. Крокодил не ловится, не растет кокос. Армейцы даже не спешат ничего делать. Одни провели замену. Забрасывают далеко в штрафную. И снова, вот казалось бы, какой-то нелепый заброс. Какой-то нелепый снова заброс в штрафную. И все равно оборачивается неприятностями для спартаковцев. Это замышляев сейчас Белякова подключает. Бежать Белякова. Вошел в штрафную, а больше некому отыграть. Приходится назад отыгрывать на Лобызова. Лобызов по флангу снова заброс в штрафную. Беляков не попадает по мячу, но сейчас левой ноги гол. Гол забивает Беляков. 1-2 становится. Собраться, ребятам.
Саканян, на Володкина, Володкин, на Иванова, Иванов бежит. Ну, естественно, там первый был армеец на мяче. Вот сейчас Орехов, Орехов в борьбе. Не уступил в борьбе, но, правда, корпусом хорошо сейчас шестой номер сыграл. Снова все отскоки какие-то, все прям забирают армейцы. И дальний удар будет. Будет дальний удар, будет дальний удар. Хорошо, Арсеньев сейчас сыграл. Сейчас красиво Федор прям в этом прыжке забрал мяч намертво. Ну, интрига вернулась в этот матч. И нужно чуть-чуть девятый номер. Нарушил правила. Нарушены правила были, никакого гола. Да повезло сейчас Спартаку-то, повезло. Вторая минута заканчивается. 1-2 Спартак проигрывает десятером. Но один гол отыграли. Вот и хорошо сейчас на Лобызова-то мяч-то приходил. Покинет пределы мой поле? Нет, не покидает. Ким борется. Лобызов сейчас от отчаяния прям подскочил. И выбил мяч этот. Два вот. Разобрать. Сканян. Чуть-чуть Орехов не добрался до этого мяча. Белякова. Белякова сейчас. Не получается побороться. Ким хорошо сейчас прям грудью. На мяч пошел, а? Не подсказали друг другу. Сейчас спартаковцы. Замышляев. С Володкиным не разобрались тут. А спину-то не толкали ради сейчас Лобызова-то? Петрунин, ну мимо мяча, ну как так-то? И вот на дальней штанге Иванов. Отыгрывай момент. Не бросаться. Хорошо, хорошо сыграли. Дальний удар Федору. Арсентьев на месте. И далеко вперед. Кому? Беляков. Мимо мяча. Бежать. Сейчас пошла игра как качели, туда-сюда мяч летает, ни у кого ничего не получается надолго его зафиксировать. И Беляков сейчас вынуждает армейского вратаря выбить мяч в аут. Ким. Орехов. Ну что, вот Орехов. Возит. Уже в первом тайме Орехов все в дриблинге. Парень-то техничный, но... Не всегда это продуктивно. На команду действует. Белякова сейчас зацепиться. Нет, не получается. Ой. Лежит армейский игрок. В центре сейчас Петрунин. С ним Арсеньев. На выходе забрал этот мяч. И выбить надо. Нет, встал армейский игрок. И можно уже начинать спартаковцам плести сети этой атаки. Низом надо попробовать. Замышляев с Орехом. Орехов 1-1. Ну зачем передачу-то? Володкин, бей! Ах ты, елки-палки-то, а! Продолжалась атака. Ну, уже отчаянно так. Хороший момент сейчас у Спартака был. И продолжать давить-то нужно. Володкин. Входит в штрафное. Выбили мяч угловой. А угловых во втором тайме Спартак еще не подавал. 45 минут сыграли в матче. 15 минут остается у Спартака, чтобы вернуться в игру и попробовать набрать очки в этом матче. Да и замен-то не замышляет это у Джубанова. Верховые мячи по-прежнему за армейцами. Может быть, хоть как-то запихнуть туда, пропихнуть его. Замышляев теряет мяч. Безобидной ситуации. Контрвыпад. Петрунин хорошо. На пути мяча встает. Ну не финтить. Ну что ж ты делаешь-то, а? Выход один в один. Уже армейцев удар мимо. Прощают армейцы. Петрунин. Зачем? Вот что ты делаешь? Вопрос.
Играешь последнего защитника, финты. Да. Сами себе в который раз. Могли сейчас убить армейцы всю интригу в этом матче, но им тоже хочется посмотреть. Белякова бежать. Достал, не достал, но мимо, а. Угловой. Тем временем-то все-таки, значит, защитник выбивал этот мяч, а не Беляков доставал до него. Замышляев бежит подавать. Ну, страсти накаляются потихоньку. Да даже не потихоньку, а накалены до беспредела. И сейчас вот Орехов хотел из защитника. Ах, Иванов-то, а! Хитрый как хотел-то ударить. Мяч-то опускался, но все равно чуть выше перекладины проскочил. Пошли, пошли, у спартаковцев удары по воротам. И моменты есть. Нацаканян первый, нет. В скоростях уступается. Уступает Спартак сейчас армейцам. Аут. И мячиков больше нету, все выбили. А время-то идет. Время не ждет. Армейцы сейчас будут пытаться тянуть время и как можно больше отодвигать игру от своих ворот, а уже спартаковцам терять-то нечего. Иванов на левом фланге. Что придумает? Завертяем, Завертяев на Володке. На Володке-то уже на левом угловом флажке. На дальнюю, на заброс. Мяч вышел, вышел мяч все-таки за лицевую. Лобызов прессинговал и вынудил армейца выбить мяч-то. Ким будет бросать. Побольше, побольше спартаковцам надо приходить в штрафную сейчас. Что случилось? А судья-то отдает сейчас право армейцам. Трактовкой, что ножки оторвал. Ножки тебе бы оторвать, судья, за такое судейство, да? Цыканян с мячом. С Арсентьевым. И Арсентьев точно прям на девятку выбивает этот мяч несчастный. Благо, что девятка сейчас технически не справился и получил. От Орехова или Петрунин, кто это был? Петрунин, заброс на Белякова. Завертяев, дальний удар. Чуть-чуть. Мимо, чуть-чуть. 50-я минута матча. 2-1. Горит Спартак. Десятером играют. Не спешит армейский ворочек выбить этот мяч. А нужно. Завертяев. Замышляев. Далеко снова замышляет по забровке. С Ореховым сыграл. Орехов опять финтит. Потеряет мяч. Оп, нарывается на штрафной. Хоть что-то полезное из этих финтов Орехова сейчас Спартак может извлечь. Замышляев будет разыгрывать этот стандартный удар. Что будет придумывать? Замышляев-то. Заброс на дальнюю. Закручивал. В ворота мяч прям шел-то. Но вратарь подставил кулак-то.
Хороший момент был. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Поспешил. Поспешил сейчас Беляков. Лобызов. Замышляя в пяткой, хотел себе красиво пробросить. Чуть не технически не исполнил. Мацаканян. Хорошо сейчас отобрал этот мяч. Замышляев. Не с кем сыграть. Пошел. Лобызов бежать. И... Ай-яй-яй, уходит на угловой мяч. На угловой уходит мяч. Замышляев будет подавать. Меньше 10 минут остается. Вперед, спартаковцы. Замышляет. Навес. Ай-яй-яй-яй-яй. Подставлял голову Орехов-то. Первый раз сейчас спартаковцы добрались на втором этаже до мяча. А Петрунин нарушал правила против воротчика. Слишком сильно он ему, видать, понравился. Хотел его приобнять сзади так. Судья все видел. Выбивает мяч вперед и подбор за армейцами. И вот так 18 номер сейчас остался один. Благо, что вне игры остался один. Быстрее спартаковцам нужно сейчас принимать какие-то решения, вводить мяч в игру, время-то идет. Но Лобызову перевод. Снимают защитники этот мяч. Орехов есть. Один Орехов. Снова дриблинг. Быстрее. Мацаканян. Перевод. Ай-яй-яй, чуть-чуть не прошел. Петрунин сейчас хорошо выпрыгивал. Это прям как баскетболист завис в воздухе. И снова девятка. Но девятка во втором тайме, кстати, не так сильно активна. Вот сейчас вошел в штрафную, прошел всех. Прострелил, а? Не точно. Забыли мы про его существование на какой-то момент во втором тайме, но тут же напомнил. Не получается сейчас у спартаковцев-то выйти из своей штрафной практически. Армейцы уже используют самые простые приемы, чтобы мяч доставить, выбить. 54-я минута, 2-1 Спартак проигрывает. Лобызов. Не с кем. Быстрее нужно. Замышляет. Ах, Володкин чуть-чуть технический мяч. Неудобно ли? В высоте летел, коленку попал ему. Угловой. Пошли, вы скорослые. Пардак сейчас штрафную. И нужно сейчас. Навес. Ой, Петру не добрался. Что ты будешь делать? Всех обманул. Вперед, давайте, ребята, поджали. Петрунин. Сам в дриблинг пошел и издали. Ах ты, чуть-чуть мимо. 5 минут остается спартаковцам. Чтобы заработать очки в этом матче. И предпосылки, и шансы-то есть на то. Армейцы немножко сдали. Последние минут 10, наверное. Ах, хорошо сейчас. Лежит Мацаканян на газоне. Досталось ему сейчас. И даже медицинскую бригаду. А пропускать нельзя. Ух, хорошо сейчас Арсентьев вышел. Правда, мяч-то не выбил далеко, а? Не фалить. Ким. Достал до мяча. Достал в покате. Замышляев. Сам
Подключил кого? Не подключил, а обрезал. Ай-яй-яй-яй, опасная атака сейчас армейцев. Арсентьев хорошо сейчас сыграл, Арсентьев. И вперед, 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 Спартак. Выбил далеко, не точно. И не точно. И вот девятка. По ногам сзади бьют. Судья промолчал, но хоть сейчас промолчал. Армейцы включили сейчас в игру, и хорошая комбинация получилась. Удар. Арсентьев, красавчик. Тащит, тащит Арсентьев Федор. Три минутки с небольшим остается Спартаку. И игра-то передвинулась к нашим воротам, а? Что-то надо делать. Отобрали мяч. Получится? Не получилось. Ким попробует сохранить мяч в поле. Сохранить, сохранить. Хорошо. И от армейцев. И вот уже наоборот. Все, армейцы будут сейчас водить мяч из-за боковой. Две с половиной минуты. А время идет. Нарушает правила сейчас армейцы. Шанс у Спартака. Что такое? Ну, товарищ судья, ну формальности же. Опять не так. Ну что ты будешь делать-то, а? Тут не так, там не так. Ну за каждые полметра, ей-богу, а? Длинная передача на Белякова. Не достает он до мяча. И... армейцы. Ай, что ты будешь делать-то, Нацаканян? Ну хорошо, Арсентьев тут. Выбил мяч-то, а? Сами себе каждый момент выдумываем. Каждый опасный момент. Арсентьев на Лобизова. Нет, не точно. Ах ты, Беляков-то не поборолся. Тут поборолся, но упустил. Сюда-сюда нужно всем. Вперед, Нацаканян. С Орехом. Володкин сейчас. Ах, играть. Красный, красный с мячом. Ну что? Боковой показывал, что мяч ушел от армейцев. Главный решил, что от Спартака. Последняя минута идет матча. Проигрываем 2-1-то. Последние шансы. Ну что, пора идти всей командой. Бежать уже нужно. Спартак, Спартак с мячом. Ну что, последняя атака. Получится, нет, штурм. Выбивают армейцы. Вперед, вперед нужно выбивать, Федор, правильно? И зацепиться. Ким, Нацаканян. Ах, опередили его. 10 секунд остается чистого времени играть. Ну что, походу уже проиграет. Не свистит судья, проиграли спартаковцы. Ну что ж, не будем расстраиваться. Всех наступающих.